О, все, порядок. Ух, вы двое нам сегодня здорово помогли. Энергоядро ваше. Только сперва окажите мне еще одну услугу. Выйду на связь. Клево ты выходишь на связь. Чем? Животом, что ли? А вот, наконец, появились хладнокровные убийцы. А где добрые задания? Видимо, его просто нету, да? Потому что я начал за зло проходить. Так ведь? В смысле, злые задания проходил. Но я доброго не вижу, если честно. Это мое задание, если что. Но я что-то не вижу его, поэтому вроде бы да. Но мне оно и не нужно. В принципе. Поэтому если вы вдруг увидели доброе задание, то скажите мне, может я не увидел его. Но я его все равно выполнять не буду, мне просто интересно, появилось оно или нет. А я пошел злое задание выполнять. Буду хладнокровно убивать. Что это было? Вали с моего самолета! Не смей орать в моем баре! Дому дороги! Роудхаус! Роудхаус! Да, вероятно, эту шутку не поймет почти никто. Надо будет ссылочку кинуть на то, что я пародировал только что. Куда-нибудь, когда-нибудь. Где это стадо мудаков? А, вот оно. Пока. Кто еще? А вот еще один мудак. Мистер Мудак! Господи, я же... А, и мне вообще задание нужно взять. Идите-ка вы в задницу. Ребятки. Нет, нет, нет. Великая сила, не убивайте игрока, когда он слушает... задание, подействуй. Я хочу вознаградить тебя за помощь. У меня есть несколько энергоосколков. Нужны? Да. Это что еще за задница? Там по-любому какая-нибудь хрень придет, да? Говно придется драться. Я не думаю, что задание, которое называется «Хладнокровный убийца», обойдется без убийств. Это как-то глупо, вы не думаете? Господи! Наконец-то. У, осколочек. Куда дальше? Ага. Тут ничего нету, сволочь. Здесь ничего нет. Зато есть дофига монстров. И говнюков. Никогда ему не доверяла. Наверное, это он продал нас ледяным. Иду на помощь. Давай, Никси, Фикси. Мисс Никс, давай. Тут есть что-нибудь, где подзарядиться? Вот, лампочки. Нихера себе. Что это? Что это было сейчас? Сакс. Лови гранату. Он не сдох. Ты посмел. Я же ему в голову попал. У меня вообще два ионных вихря есть. Что это я думаю-то? О, Никси. Хватит думать. Никого не убил. Если бы...
Где-то еще справа один. И слева. Так что ты не сдохнешь-то никак, а? Скотина лысая. Я только ради ионного заряда сюда зашел. Как я попал, так клево, а? Подыхай, спасибо. Как мужику-то не повезло. А музыка вроде прикольно играет. Что-то похоже на апокалиптику. А может даже апокалиптика, если я не ошибаюсь. Может ошибаюсь. Еее! Никс молодец. Наконец-то подловила тот, который меня бил. Мисс Никс, я иду. Мисс Никс? Ну тому говнюку не сдобровать сейчас будет. Я его на сельдерей порублю. Винегрет засуну. Да что ж такое. Борщ из него сделаю. На. Тут даже лазареты еще открыты, охренеть. В принципе, похоже на любой российский город во время того, когда снег тает. Точь в точь, почти. Твоя очередь. Я только сколочек возьму. Я не хочу умирать. О, да. Что ты с ним делал до меня? Я даже... Я просто его унижу, оскорблю. Я не доверяю тем, кто не такой, как я. Правильно? Молодец. А этой миссии... И этой миссии не было, видимо. Она перманентно была недоступна. Я приближаюсь к отрицательной репутации. Уборщик? А, это, видимо, дали за задания, связанные с убийствами, трофей. В смысле, с отрицательными... с миссиями для отрицательного персонажа. Не уверен, будут ли еще. Может быть, нет. Так, куда идти? Ага, окей. Да валите в задницу. Чё, прикольно, сейчас повстанцы, по-моему, или... Да, повстанцы. Они будут воевать с этими... С мутантами ледяными. То есть, получается, тут аж три типа сил, да? Монстры болотные эти. Вот эта группировка, да? Ополченцев. И мутанты. Но... Самое интересное с болотными монстрами будет чуть позже. Я не буду заспойлеривать, но я только знаю, как бы, ну что произойдет в основном. А то, что будет, в принципе, вот в деталях, я не знаю, что будет. Дайте мой осколок. Спасибо. Черт, мне далеко тогда задание бежать-то будет, да? Здорово, чуваки. Жалко, что ультраудар может только... Нет двоих. Один, видимо, уже сдох. Ну ладно. Пусть будет по... Пусть как хочет, в общем, поступает. Если он хочет сдохнуть, то это его проблемы. Пылающие колодцы. Ну ладно, начнем. Становится тяжело дышать. Эти уроды подожгли нефтяные колодцы. Будь другом, найди крышку. Если перекрыть доступ кислорода, пламя погаснет. А потом поговорим о ядре. О, это такое стрёмное задание. Да, конечно. Соберите парни, бетоном крышка. Вы дали, какой выпал забавно. Стойте, меня же что-то можно было купить, да.
Кошмарный взрыв. Я его не использую почти. Молния серп. Наверное, жрет много электричества. Альфа-граната, так, гранаты еще недоступны. Управляемая ракета, я думаю, не нужна пока что. Да и в принципе не нужна. Ладно. Нет, не кошмарный взрыв. Молнию серп вкачаю. Посмотрим, что она из себя представляет. Крышечка. Бульк. Все, хватит. Молодец. Вот что. Крышка всего одна, а следующий колодец почти на другом конце города. А, рад слышать. До наводнения этот район назывался Бельвью. Столько. Куда кинуть-то? Что ближе? Так давайте, чтобы не ходить все время из стороны в сторону, пойдем туда. В нем что-то есть. Слушай, Кол, я в ответе за своих людей. Они от меня зависят. Эти ледяные монстры, они хуже ополченцев. Это ж надо было додуматься поджечь нефтяные колодцы. Энергоядро поможет и мне, и вам. А ты хочешь отдать его этим скотам? Ты что, спятил, Ларош? Ты нас пока не подводил. Если сможешь потушить колодцы, мы тоже не подведем. Окей. Босс. Сэр босс. Только главное, чтобы крышка нигде не застряла. Нет, вспомнил. Вот здесь все-таки надо было один раз использовать то, что можно встать на каком-то предмете и его запустить во врага. Совсем забыл про это задание. Ой, это хрень, господи, я вспомнил, это же такая жопа. Один из самых сильных и стрёмных противников в игре. Так, только надо поменять молнию череп, да? Взять, да. Один из самых убогих полубоссов, да господи, я даже увернуться не могу, посмотрите. И подзарядиться еще толком негде. Хер с... моржовый. Нет, Коул, нет. Что ты делаешь? Наконец-то нашел что-то. Дурак! Стоял, что-то тупил. Видите, за него сколько очков опыта дают. Если не учитывать больших боссов, то это самый один из самых... Это самый стрёмный и... опасный и сильный враг. Интересно, меня подпалить может? Да. Где крышка? Ну, ёптыть. Еще лучше. Наконец-то, на суше. А? Что это было, я не понял. Ну ладно. Я только не помню, сейчас придется везде, по-моему, с разрушителями сражаться. Или как они называются?
Ну как же я задолбался здесь бегать в прошлый раз, вы бы знали. Одна из самых стрёмных неинтересных миссий. Ну лучше, чем любая миссия в прототайпе. В принципе. Фак. Что, не получилось, да, красиво? Сойти с крышечки. Я не знаю, они бы врагов, что ли, пацаны. Хотя нет, я думаю, что если бы еще враги были, то я бы вообще умаялся. Нет! Я R2 нажал, а не нажимал прыжок еще один раз. Он абсолютно это сделал не по моему хотению, не по моему велению. Я бегу, крышечка, я не кину тебя. Ты всего одна, их три. Тебя так часто используют. Почему они тебя так часто используют? Ты заслуживаешь большего. Ты заслуживаешь уникального места. Да просто вниз сойди, окей. Молодец. Главное, чтобы на пальме не застряло. А то тогда будет крышка макака. Научится еще говорить. Клево, у этих машин еще сигнализация есть. Что? Я подумал, что это... Бамс тебе! Хрена тебе, лысого. Где еще тут? Ах ты сволочь! Да господи, сдохни ты уже! Спасибо! Я очень счастлив этому. А этот не сдох еще. А, ладно, он пролетел. Фух. Ну это было не так уж и страшно. И последнее. Колодец. Так, где он? Нахрена мне покрышка-то? Может быть, я, конечно, хоть автомехаником был в прошлой жизни, и Коул решил взять, поднять крышку, но... Покрышку, точнее, но... Нахрена? Не знаю, конечно, будет глупо и убого убивать кого-то покрышкой. Но я все-таки уважаю своих врагов. Они, конечно, не очень уважают меня. Но если ты не уважаешь врага, то ты сволочь вообще. Как она легла-то между двух зданий. Это явно она на что-то намекала. Может, она хочет чего-то большего, чем просто летать по воздуху. Ну, в смысле, крышка. Коул все-таки... человек мужского пола. Я не мог про него говорить, что это он, это она. Где-то здесь подвох стопудово. Сейчас какая-нибудь хрень выскочит. Они повсюду. Ну и что? О, это важно. Мне кажется. Вы это слышали? Да, слышали. Похоже, Бертран как-то связан с болотными тварями. Надо заглянуть в депо. В депо не забудь там себе проездной купить. Где крышка? Вот она. Ну и как она, как меня вытащить оттуда? Охренеть, я думал, сейчас не получится вытащить.
Дайте я сначала перекрою газ. А то в самом деле. Так. Я не понял. Зря я в тебе сомневался. Весь наш город у тебя в долгу. Все мы. Когда будет время, навести Зика. Он кое-что припас. Опять газ перекрыли. Надо, значит. У кого-то другого газ, брат. Так. Что делать? Не знаю. Но надо. Надо валить. Так. Газ. Газ, это хорошо. Нет, что-то у меня не получается изобразить. Уж извините. Газ. Так. Да пошли вы в задницу. Ну, еще один мудак. Стоящий в воде с моим кристаллом. Прямо то, что нужно. Сила и море кровищи. Ага. Да, детка. О, постойте, еще вот это мне нужно, да. Один удар, много дырок во всяких разных людях. Упс. Я пошел, все, до свидания. Не смей попадать в меня, а то будет больно. Мне. Тебе не знаю как. Черт, я хотел на качельке покачаться. Еще один, что ли? А сколько у вас маньяков-то, а? Стоит в воде, главное, еще. Я собрал две сейчас. Я не знаю, что произошло, но ладно. Что забавно, после вот этого... Охренеть. Давай в воду. Искупайся. После... И не прерывай меня. После того задания, когда они разорались в порту, эти две женщины, они после этого будут еще друг с другом видеться. Ах, странные они, все-таки странные. Какой пароль? Не стреляй мне в зад. Не стреляй мне в зад. А делаю с ним кое-что другое. Парни, у меня новости. В лаборатории Вольфа мне попался его дневник. Так вот, ингибитор создан для лечения чумы. Что? Как? Ну, по мнению Вольфа, чуму вызывает радиация. Лучевое поле. Ингибитор его гасит. Значит, эта штука уничтожит радиацию. И чуме конец. Аллилуйя! Вот энергоядро от Лароша. Вдруг этого уже хватит? Надеюсь. Нет, игра сказала, что надо больше энергоядер. Сколько он уже собрал? Примерно. Я не знаю. Просто... Чума началась после взрыва лучевой сферы. Кол, я знаю, к чему после ты ведешь. После взрыва в Empire City. Из-за меня. Мы всех вылечим, брат. Да. Игра сказала, что нужно больше энергоядер. Всяких ингибиторов. Какой у него красивый дневничок, красненький. Зик, это нормально? Хорошо, что так не с единорогом. Не бойся, очухается. Питать энергию еще двух энергоядер, чтобы активировать ингибитор. Как я быстро прочитал на этот раз. Зверь в 124 милях от Нью-Море. Эй, ты как, брат? Паршиво. Поглядим, хватит ли энергии. Еще пара ядер, и дело в шляпе. Потом можно сильнее тужиться, еще воды не отошли. Новые силы. А я тут постерегу.
Воды у ингибитора, я боюсь спросить, что это, ладно, не будем заморачиваться. Чтобы ударить мегаваттным молотом, нажмите треугольник, удерживая L1. Ну да хоть на ком-то показывать, что это, просто так на воздухе. Дать мне человека какого-нибудь. Плиз? Сэр, мэм, кто-нибудь? Подойдите, я вас ударю мегаваттным молотом. Вы будете первым человеком в истории Нью-Море, который был ударен мегаваттным молотом. Ну что ж такое, ну... И все люди куда-то поисчезали. Ха, о да. Это должно сработать. Как быстро задание-то закончилось. Адская ракета. Быстрые приемы. Вот быстрые приемы, я бы прям... А, черт, мне не хватит. Альфа, кластерная граната. Это коварная граната, разделяется в воздухе и превращается в несколько маленьких гранат-липучек. Точный выстрел в голову. Попадите противника в голову, используя точность. Как это связано с гранатами, фиг его знает. Ракета Бола. Два мощных заряда, соединенных между собой. Их траектория полета очень широкая, поэтому от них сложно уклониться. Совершите трюк экономный. Нанесите урон трем противникам с помощью одной ракеты. По-моему, еще и гранат. А, это экономия гранат называется, если гранатой. Ракета, разделяющаяся при подлете к цели на несколько зарядов, которые прикрепляются к находящимся рядом противникам. Совершите три трюка в яблочко. Выпадите ракеты и противника ростом с человека. Адская ракета. Снаряд безжалостно бьют в цель один за другим, увеличивая наносимый урон. И быстрый прием. Быстрый прием. Быстро сделай мне, быстро. Может, мне кто-нибудь позвонит? Тебе самое время вернуться к грузовому вагону. К нам с Зиком тут внезапно нагрянула Никс. В общем, нужна твоя помощь. А это что за задание? А, это доброе задание. А вот и злое есть задание. Злой добрый. Сколько заданий сразу, а? Просто выбирай, не хочу.